Если вы все, дорогие друзья, сейчас смотрите на экран, верный знак того, что ожидаете музыкальный подарок. Роль моя в этой передаче ясна – поздравлять и дарить. Нет, отказываться я от нее не буду. Но сегодня день особенный. День рождения наш, и я позволила себе, благо не возражал главный редактор Лариса Александровна, спасибо вам. Так вот, я позволила себе воспользоваться служебным положением и сказать спасибо людям, которые сделали все это. Людям, благодаря которым появилась на свет передача «Диван Шоу». На самом деле их немного, и это здорово, потому что смогу коротко рассказать о каждом. Вы знаете, мне обидно, когда на улице, в средствах массовой информации, друзья, знакомые делают мне комплименты, мол, какая классная у тебя передача. Нет, говорю я, не у меня, а у нас. Итак, мы – это Ильшат и Ильнар, телеоператоры. В коллективе коротко «опера». Нет, не от слова «оператор», а от однокоренного «оперативный». Делают свое дело быстро, оперативно, поэтому получают частенько нагоняй от главного редактора. То микрофон забыли, то еще что-нибудь поважнее. А вообще, ребят хорошие. Ильнар – дамский угодник. Стоит только выразить желание по поводу «хорошо бы чайку», через секунду горячая ароматная кружка желаемого на столе. Ильшат считается знатоком любой техники, только она его почему-то не любит. После его умелых рук и ценных советов компьютеры капризничают и ни в какую не хотят работать. Тогда тот же Ильшат шепнет такому капризуле заветное словцо, и дела пошли на поправку. А это мои любимые дизайнеры, компьютерные, конечно. Вот это Ирина Иванова в коллективе «Любя и Раида». Человек с потрясающим чувством юмора. Наша милая хохотушка. Ах, как же мучается она с этой вечно не вовремя пришедшей Людмилой. Сделай мне заставку, оформи фотографии. И знаете, делает, не отказывается, да еще с удовольствием делает. Нет, мне все нравится. Я бы так работала на диван-шоу. Мне очень нравится. Тихо надо. Видите эту вечно серьезную девушку? Признаться, сначала я ее даже побаивалась. Потом поняла безобидное существо, но с другой планеты. Да, нашей Татьяне Глущенко я всегда это повторяю. Чувство вкуса безупречное, характер сильный, слух музыкальный. Вы знаете, я тут задумалась недавно. Если бы она не стала компьютерным дизайнером, то известным кутюрье точно. Такие вещички выдумывает. Короче говоря, вместе они, Ирина и Татьяна, творят такие дела, что поклонники диван-шоу не устают объясняться нам в любви. Спасибо вам, дизайнеры, за то, что передача яркая, неповторимая, стильная. О, об этом человеке разговор особенный. Это А. Мой главный редактор. Б. Стилист. В. Продюсер. Г. Советчик. И, в общем, это Софиулина Лариса Александровна. Без конца выслушивает мои жалобы, хвастовство, просьбы и все остальное, без чего не может существовать диван-шоу. Когда-то, года полтора назад, она дала жизнь этой передаче. Выбрала диван, придумала формат программы. Хочется надеяться, что сожаления по этому поводу у Ларисы Александровны не возникало. Ведь бывают рабочие выходные, бесконечно длинные вечера в ожидании звездных гостей, несостоявшиеся встречи, она ничего терпит, за что большое спасибо вам, мой главный редактор. Лариса Александровна любит повторять, я несостоявшийся педагог. Лариса Александровна, вы еще не поняли? Состоявшийся, только ученик у вас один. Друзья, запомните их все, когда речь пойдет о передаче диван-шоу, не нужно говорить обо мне одной. Все они тоже делают это шоу, мы делаем это шоу. Да, мы не Спилберги, но мы учимся и мы будем профессионалами, обещаем. Конечно, кроме этих пятерых, есть еще много людей, которые имеют отношение к передаче «Диван Шоу». Вы простите, что не назвала нас, но сегодня мне хотелось отметить самых близких, необходимых, что ли. Лариса, Таня, Ира, Ильшат, Ильнар. Хочу еще раз воспользоваться служебным положением и подарить вам песню, конечно. А потому как вы свои люди, спрашиваю, какую предпочитаете? Верку сердючку поставь, она такая заводная. Верка, я говорю, короче, что надо поставить. Какая сердючка, какой король и шут. Ты что? Бенни Бенасси. Верку сердючку. Понятно, не находите общего языка, как обычно. Ладно, сама справлюсь. Дорогие мои коллеги, необходимые люди, с праздником вас и дарю вам песню на свой вкус.